Здравствуйте, друзья! 15 мая вышла новая бета-версия бутлоадера для Raspberry Pi 4B, которая позволяет грузиться с USB без использования microSD-карт. Конечно, это вызвало огромный интерес, и мне много раз писали снять об этом видео. Ну что ж, вам интересно, я снимаю. Все равно я хотел перевести свой основной сервер автоматизации на Raspberry 4B, и заодно решил снять об этом обзор. А чтобы было интереснее, я также покажу, как восстановить свою систему из бэкапа. Напоминаю, что все команды и ссылки, показанные в этом обзоре, вы найдете в текстовом файле в описании под этим видео. Нам понадобится microSD-карта, временно, не переживайте. USB SSD-диск, тут я использовал Kingdian, обзор его можно найти в описании под видео. И сам одноплатник, у меня он уже в корпусе, про него я рассказывал. Ставить будем Raspbian Buster Lite, минимальный дистрибутив без графики, она нам не нужна. Качаем его с официального сайта, если у вас его еще нет. В распакованном виде образ занимает около 2 ГБ. Разворачиваем образ при помощи Balena Etcher на карту памяти. Ждем, пока закончится процесс записи и валидации. После этого карта будет отмонтирована. Нужно достать ее из картридера и вновь поставить в него. В корневой папке создаем пустой файл с именем SSH без расширений. Теперь повторим все эти операции с USB-диском, разворачиваем тот же образ, на диск он запишется гораздо быстрее. И создадим SSH-файл. Теперь нам нужно установить в Raspberry Pi 4B microSD-карту, диск пока не подключаем, он ждет своей очереди. Смотрим в консоли роутера, какой адрес получит одноплатник, в моем случае 195. Запускаем SSH-клиент, я использую PuTTY, и заходим по этому адресу. Имя по умолчанию PI, пароль Raspberry. Обновляем список пакетов. Затем сами пакеты. Обновляем прошивку одноплатника. После ее установки нужно перезагрузиться. Дальше заходим обратно. Запускаем программу установки и обновления прошивки. У меня уже стоит последняя версия. Далее меняем канал обновления с критического на бету. Для сохранения нажимаем Ctrl-X и подтверждаем изменения. Проверяем файлы прошивок в папке беты, нас интересует от 15 мая 2020 года. Обновляем бутлоадер с этой версией. После этого перезагружаем систему. Через пару минут, когда загрузится, логинимся в терминал одноплатника. Проверяем версию загрузчика, все в порядке, стоит от 15 мая. Далее проверяем порядок загрузки. В строке boot order 4 означает загрузку с USB, а 1 с microSD карты.
Теперь можно подключить к малинке внешний диск на ходу без перезагрузок. Выбираем один из синих USB 3 версии. После этого создаем папку в каталоге MNT, я назвал ее SSD-диск. Монтируем в нее наш SSD-диск, он называется SDA1. Переписываем на него с карты памяти из папки boot все файлы с расширением ELF и DAT. После этого останавливаем систему. Где-то через минуту можно отключить кабель питания и вытащить SD-карту, она нам больше не нужна. Итак, наступил момент истины. Я не поленился подключить выход на телевизор. Малина грузится с SSD, карты памяти в ней нет. Система проводит подготовку к первому запуску, запускает все сервисы и загрузка заканчивается на диалоге ввода логина и пароля. Возвращаемся обратно в терминал. Сразу поменяем дефолтный пароль. Для этого надо сначала его ввести, потом дважды новый. Начинаем стандартную процедуру установки. Обновляем список пакетов, затем сами пакеты. Я обычно добавляю своего пользователя в систему, но можно использовать и дефолтного. После этого его нужно добавить в группу sudo. Теперь можно перейти на нового пользователя. Далее настраиваем сеть, переходим в файл интерфейсов и, используя шаблоны записания, добавляем параметры, поменяв адреса инстанса и шлюза на свои. Я принципиально не использую Wi-Fi на серверах управления. Сохраняем и выходим. Дальше переходим в утилиту Raspi Config. Сначала через 8 пункт проверяем ее обновление. После этого в пункте 4 в меню локалей ищем и включаем локаль RU-UTF-8. После того, как настроится локаль, в этом же пункте меняем часовой пояс. Да, кстати, чуть не забыл. Нужно поменять канал загрузки бутлоадера на бету и на SSD. Теперь ставим список пакетов, необходимых для работы и установки Home Assistant. Перезагружаемся. Подключаемся уже по новому установленному адресу. Пати напишет предупреждение, что не знает такого сервера. Ставим докер. Создаем группу докер, хотя она обычно создается автоматически. Добавляем в нее текущего пользователя. Теперь установим портейнер, очень удобный инструмент для работы с контейнерами докера. Выручал меня не сосчитать сколько раз. Веб-интерфейс по адресу сервера порт 9000. Задаем администраторский пароль и подтверждаем его. Соединяемся с локальным докером. В меню контейнеров видим пока только один, сам портейнер. Теперь переходим под учетную запись root.
Система у нас 32-битная, но можно перепроверить. На момент съемки видео оригинальный скрипт установки Supervised Home Assistant содержал ошибку, из-за которого установка прерывалась вот так. Если у вас происходит то же самое, используйте мой, исправленный вариант скрипта. Он работает нормально. Ждем, пока скрипт завершит работу. Видим, что в докере появился ряд новых контейнеров. Интерфейс Home Assistant открывается по его адресу порт 8123. Необходимо подождать до завершения подготовки. После этого откроется диалог создания нового пользователя. Задаем имя, логин и пароль. Нажимаем «Далее» и готово. Обычно уроки первой серии останавливаю на этом моменте, но в этом видео продолжу, и мы восстановим систему из бэкапа. Как создавать бэкапы, я рассказал в 7-м уроке, от этого и буду отталкиваться. Для удобства поставим аддон Samba, подробнее про него в первой части 9-го урока. Я использую свой старый конфиг с именем и паролем Home Assistant. Сохраняем и запускаем аддон. Теперь у нас есть сетевой доступ к инстансу. Можно зайти по сети, подключить сетевой диск или просто создать ссылку на сетевую папку. При его создании будет запрошено имя пользователя и пароль, но у меня система просто помнит этот сетевой элемент. У меня Google диск, на который сбрасываются бэкапы, синхронизируется с локальным компьютером. Я буду восстанавливать бэкап существующего сервера автоматизации. Выбираю самый свежий и копирую в папку «Бэкап». Лучше проверить, все ли в порядке, просто открыв архив бэкапа. Если он откроется, то значит файл переписался не битый. Возвращаемся в интерфейс супервайзера на вкладку снапшотов. Тут ничего нет, нужно обновить, чтобы переписанный бэкап обновился. Выбираем его и нажимаем Wipe and Restore. Процесс этот довольно длительный. В портейнере можно наблюдать, как увеличивается число контейнеров, соответственно числу установленных ранее аддонов. Наконец, бэкап развернется и сервер запустится. Первый запуск потребовал ввода логина и пароля. Сразу применилась темная тема, установленная ранее, но первый запуск не запустил все сервисы. В панели слева отсутствует вкладка HAX и, соответственно, не подгрузились кастомные карты. Аддоны поставились нормально, и Google Backup, который подключился к Google диску. ZigBee to MQTT Assistant показал, что подтянулись все устройства ZigBee, и нарисовал карту. HAX вылечился перезагрузкой, все карты стали на место. Правда, придется провести некоторые косметические изменения, так как старый сервер автоматизации был на третьем алине на 70-м адресе. Вот новый инстанс через пару часов работы. Я исправил надписи. Старую базу я решил удалить, просто обнулив файл Home Assistant DB, чтобы не тянуть старый мусор. Работает все очень шустро. Чувствуется разница в лучшую сторону по сравнению с третьей алиной.
На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Все свежие новости, а также купоны распродажи и акции по тематике умного дома можно найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!